Вот это пошла запись. Давай, 19 августа 2021. Смотри, сынок, смотри. 21.26 по Киеву, Харькове. Уходит. Уходит? Ну, конечно, она же движется вокруг Земли. И Земля еще вращается. А вот это когда смотришь край, край такой какой-то. Да, а что это такое? Это я не понимаю, что. Свет или что? Какой слева? Какая-то. Так это линия терминатора. Там, где линия света освещенности солнцем, там, где Луна освещена солнцем, и эта часть соприкасается с той частью Луны, которая не освещена солнцем, вот это с левой стороны. Это называется линия терминатора. Сейчас Луна растущая, поэтому у нас это утренний терминатор называется. Да, а после полнолуния будет вечерний терминатор. Натуральный I'll be back. А мне нравится вот этот момент, когда Луна движется на фоне деревьев. Ты видишь, как деревья шатают тополя, и тут же Луна. Как будто веером машет. Красотень. Слушай, у нас Юпитер, смотри, как ярко стал светить. Может, сейчас даже можем увидеть спутники. Видишь, да? Да, вижу. Ну, да. Пошли посмотрим на... Куда дальше? Да нет, прямо отсюда посмотрим, чего. Сейчас я просто увеличу выдержку. И наведусь на Юпитер. 600 миллионов километров, да, ой, как спутники чудненько. Слушайте, ребят, облака-то рассосались. Вот ветер, конечно, плохо, но ну в этом смысле хорошо. Подожди. Он же движется слева направо, и пока ты к глазку подойдешь, он уже сбежит. Давай, смотри, сынок. Вижу Европу. Калиста уже вправо нырнул, а это получается. Я вижу Европа. Сейчас Европу. С самого права находится Ганимед. Слева, наверное. Ну, да, слева, слева. Слева, потом Ио, да? Да, ближе, ближе к Ио. Давай чуть-чуть подвину, Танюш. А то он убежал уже. Он очень быстро движется, но увеличение большое. Сейчас. Так, подожди. Я же смотрю на. Давай, смотри. Ганимед тут, который... Слева сам... два и справа. Вот слева самый левый, это Ганимед, это самый крупный спутник Солнечной системы. То есть у Сатурна этих спутников там штук 80 с чем-то, 79, по-моему. У Сатурна, у Юпитера 60 с чем-то. Ну вот жалко, экваториальных полос я пока не вижу. Ну, может, сейчас при другой выдержке попробую. При другой, в смысле, светосиле. Хорошо, пошли на Сатурн посмотрим, да? Ничего, ну, на записи будет, ничего страшного. В каком смысле? Ну, кто мешает, кому звук мешает, можно отключить звук на здоровье. Я больше все-таки ориентируюсь на видео. Ой-ой-ой, какой лютый ветер. Шум ветра забить. До Сатурна 1 миллиард 343 миллиона километров. Идите гляньте, жарко. Глянь, вон Сатурн. Вижу. Да, вижу. Видишь? Дай мамке посмотреть. Не дам.
Ну там, кстати, может быть не спутник ниже него. А да, прикольно кольца. А? Что такое кольца? Это что это? Это частички льда. Да, да, да. Огромное количество. Так, ладно. Давай сейчас я, наверное, буду уменьшать еще светочувствительность, и может увидим экваториальные полосы на Юпитере. Традиционно закончена красавица Луне, и заодно будет понятно, опять же, жуткие атмосферные препятствия, которые нам чинит матушка природа. Или чинит. Может и починит до утра. Ах ты ж красотень. Красота. А сейчас он там потом там столько метров. Ну ладно, уже деревья закрывают. Хорошо, у нас 21.32 по Киеву в Харькове. 19 августа 2021 год. Противостояние Юпитера сняли как могли. Чудесные кадры, чудесные.